10 ребят из чебоксарского хора «Соловушки» будут петь на открытии и закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи. Они войдут в состав сводного хора России, где примет участие 1000 ребятишек со всей страны. Первая репетиция уже прошла, познакомиться с юными талантами выехала наша съемочная группа. Такое музыкальное приветствие ребят из хора «Соловушки». Коллектив является лауреатом международных, всероссийских, республиканских конкурсов. Но попасть в число избранных было нелегко. Даже в «Соловушках» прошел тоже большой отбор, потому что хор сам состоит из 46 человек. А нужно было всего лишь 10. То есть, вот смотрите, какой выдержали конкурс. Поэтому поехали самые голосистые, самые ответственные и самые талантливые дети. Первая репетиция сводного хора прошла в начале января в Мариинском театре Санкт-Петербурга. С ребятами занимались лучшие хормейстеры страны. В день по 5 часов. Было нелегко, говорят ребята, но впечатления останутся на всю жизнь. В репертуар открытия войдут две песни «Пусть всегда будет солнце» и «Орлята учатся летать». Чувствую грандиозность, ну и радость, взволнованность. Волноваться то, что вдруг там будет плохо случайно там. Оценить пение ребят приезжал Владимир Путин. Его поразила чистота исполнения песен. Дети тоже удивились его приезду. В один момент, когда мы репетировали, вдруг заходит Путин. Вначале его не взяли, потому что вокруг него были люди. А потом мы его увидели, и как-то все привстают, чтобы увидеть его. У меня в глазах как-то слезинка радости была. Счастье, я не могу передать даже эти чувства. Выступлением в Сочи работа сводного хора России не завершится. Его планируют привлекать и на другие значимые мероприятия страны. Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, «Республика».